Раньше я не ходила на выборы, так как считала, что мой голос и мое мнение никак не отразятся на жизни государства и общества. Сейчас я глава компании. Мой бизнес процветает благодаря стабильности в стране. Я создаю рабочие места для наших граждан и считаю, что сейчас я должна воспользоваться своим конституционным правом, так как это не только право выбора, это еще и большая ответственность за себя и особенно за людей, которые работают в моем проекте, за стабильное финансовое благополучие их семей. Однажды они уже выбрали меня и доверили свое будущее, как я сейчас выбираю лидера государства и доверяю свое будущее ему. Не воспользоваться этим правом было бы безответственно по отношению к себе и в первую очередь по отношению к тем людям, которые у меня работают. Каждому из нас дана такая возможность выбирать свое будущее. И оно мне не безразлично. Я с уверенностью говорю, что я приду на выборы 2018 года и отдам свой голос за достойного кандидата. Я приду.